Передача в одностороннем порядке квартиры действительно возможна, но это возможно делать всего при двух условиях. Когда дольщик либо отказывается от приемки квартиры, либо уклоняется от такой приемки квартиры. При этом что отказ, что уклонение от приемки, они не должны быть связаны с наличием каких-либо дефектов в объекте недвижимости. Поскольку статья 8 предусматривает возможность приостановки приемки квартиры до устранения недостатков. Поэтому если застройщик своими действиями не дает дольщику осмотреть объект и установить, какие недостатки есть или, может быть, они отсутствуют, то фактически речь идет о недобросовестных действиях застройщика по приемке квартиры, да, то есть он чинит ему препятствия. И, соответственно, это не должно давать возможности застройщику в одностороннем порядке передавать объект недвижимости.